2019-м даже те, кто были рядом, не поверили, не услышали и не подготовились, не то чтобы остальные. И все ждали 2020-й в надежде, что он будет лучше, чем 2019-й. И тут пандемия межпланетная, впервые в истории. И пройдя ее, мы ожидали, 2021 будет лучше, чем 2020. И тут вакцинация, и нас ловят везде. Нас заставляют колоть, и так по всему миру. И мы думали, закончится и это, и 2022 станет лучше. И 2022 началась война. И 2023 война. И все мы думаем, 2024 будет лучше. Но угадайте с одного раза, каким будет 2024? Помилуй, Господи, Украину и спаси.